Министерство юстиции Армении опровергло сообщение о подготовке межгосударственного договора с Азербайджаном, который должен быть подписан в ходе предстоящего визита премьера республики Никола Пашиняна в Москву. Министерство юстиции не получало какого-либо договора или соглашения. Распространяемое в СМИ сообщение не соответствует действительности, написал глава Минюста Армении Рустам Бадасян на своей странице в Facebook. Ранее ряд армянских СМИ сообщили, что Пашинян пойдет на новые уступки в Москве, где подпишет международные документы, которыми закрепит передачу Азербайджану суверенных территорий Армении, которые были оговорены в ходе устного соглашения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а соответствующий документ направлен в МИД и Минюст Армении для приведения в соответствии с Конституцией. Накануне перед зданием Минюста Армении прошла организованная правозащитниками акция с требованием предоставить информацию о готовящемся соглашении с Азербайджаном. Напомним, что ранее дипломатический источник сообщил Интерфаксу, что трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России может состояться в ближайшее время в Москве. В России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом Российской Федерации, сказал дип-источник. По его сведениям, саммит может состояться после новогодних каникул. Одна из возможных дат – 11 января. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.